Працягваецца актыўная падрыхтоўка да 9 мая. Асаблівая праграма да 70-годдзя вялікай перамогі ў музеі гісторыі вялікай айчыннай вайны. Тут экспануецца выстава «Капітуляцыя Германіі». Можна ўбачыць апошні дзень працяглай бітвы. На кадрах фотахронікі і падпісанне дакумента, які завяршыў другую сусветную. Спецыялісты працуюць над адкрыццём яшчэ адной выставы. Складзена яна будзе з музейных фондаў, карціны, малюнкі і лісты з фронта. У нас проходит выставочный проект. Это совместный проект с комитетом образования при Мингорисполкоме под общим названием «Мир без войны». И вот в рамках этого проекта проходят несколько выставок. Выставок юных художников. И уже свои работы представляли юные художники Московского, Ленинского, Советского районов. Они также представлены вот в экспозиции нашего музея. В настоящее время в нашем музее начался монтаж выставки, был месяц май. Выставки, приуроченные к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Это своего рода такой взгляд в прошлое, ретроспекция вот тех самых майских дней, победных майских дней 1945 года. Какими запомнил мир лица воинов-победителей, какими вот в те дни были различные города, Берлин, Прага, Минск, как праздновали, как встречали победу. Да 70-годдзя вялікай перамогі беларускі музей удзельнічае таксама ў інтэрнацыянальным праекце. У Маскве на наступным тыдні адкрыецца выстава «У барацьбе супраць фашызму мы былі разам». Адзін з раздзелаў прысвечаны будзе Беларусі.